Развитие таланта. Ого, Лизка, ты теперь в наседки подалась. Ой, малыш, ты почему в шапке? Ужин на плите. Ну прям вообще, что происходит-то? Ну, давай, ой, ой. Вы чего здесь делаете? Ну, что случилось? Вы что, все оглохли? А? Я спрашиваю, почему вы сидите в ванной? И так весь день. Лиза! Лиза! Лиза, замолчи! Почему? Я вчера отправила диск со своими лучшими песнями на Вадю и теперь готовлюсь к сольному концерту. У меня будет настоящий концерт на большой сцене, как у самой Жанны Киски. Ой, я просто в восторге. А до концерта можно помолчать? Ни за что! Отсутствие тренировки – это гибель для голоса. Я должна репетировать постоянно. А будете мне мешать, скажу маме, что не даете таланту развиваться. Секундочку. Когда Лиза ест яйца, можно услышать тишину. Ага. Ням-ням-ням-ням. Такая вкусная шоколадка. Правда, я уже таких две съела. Хочешь? А это не вредно для связок? Нет! Сработало. Подозреваю, что шоколадка скоро закончится. Значит, нужно много шоколадок. Эх, Лизка все это за неделю не съест. Тишина! Спасибо, я наелась. Больше не надо сладостей. Надо было ей снотворного в конфеты подложить. Придется ждать, когда Лиза станет звездой и уедет на гастроли. Мы столько не продержимся. Я знаю, что нужно делать. Что, больше некому трубку снять? Алло. Это Лиза? Да, это я. А это я. О! Жанна Киска. Лизонька, ты очень талантливая девочка. Но понимаешь, у тебя как раз сейчас формируется голос. И если ты его сорвешь, то никогда не сможешь петь. Так что потерпи, годика два, а лучше три. Да, хорошо, до свидания. Слышали? Я звезда! Ой, мне же нельзя кричать. Представляете, я поднимаю трубку, а там Жанна Киска! Что? Где? Ой! Ай! Ну что такое? А что гудит? Да в чем же дело, наконец? Что за шум? Ну сколько можно шуметь? Доброе утро! Я тут подумала, вас уж мне петь пока нельзя, буду осваивать твамбон. Не попадать же таланту. Нет!